Achtung, Achtung. Attention, attention. Ladies and gentlemen. The death fight between Tirha and Monarch continues. В мире много не поздно. И моя цель — подготовить вас к встрече с ним. Слушайте меня, и вы будете вооружены, когда придет время. Привет, следопыты. Как вы поняли, борьба продолжается. И все мои требования в силе. Будем дальше вести борьбу со злом, который метастазами вползает в ваш мозг и отключает здравый смысл. Эта борьба коварна, так как у зла всегда есть фора и преимущество. Полное отсутствие совести и чести. Хранитель зла в лице циркового клоуна Тирхи на днях очень неудачно выдал свою очередную репризу. Явно видно, что с фантазией из-за отсутствия ума огромный напряг. Крыса, загнанная в угол, именно так себя ведет. Вместо хотя бы попытки защитить свою ложь и дебилизм, он пытается сотворить из себя опущенного идиота и выдает самое низкопробное цирковое представление. Мечтаете избавиться от боли в суставах, гипертонии, болезнях половой системы и навсегда отказаться от таблеток и уколов? В этом поможет посох Фукса. Прибор, разработанный в России и активно используется в клиниках Великобритании, Германии и Израиле. Действие основано на влиянии электромагнитных полей на болезнетворные структуры. Подробности в описании к видео. Дядя, ты дурак? Андрюха, ты же понял, что твои хомячки совсем своего предводителя секты не оценили. Сплошная дурка в комментах. И это написали только те, кто еще не был забанен. А так там было бы столько лестных отзывов. Алло, советую рекламодателям Alt Energy, которые явно с дуру поручили рекламировать Тирхи их продукцию, срочно разорвать отношения, так как все, что пытается рекламировать этот тупой клоун, народ воспринимает как рекламу из выгребной ямы, которая превращается в навоз. Если хотите окончательно подпортить себе репутацию, то валяйте. На уровне финансовых пирамид вы смотритесь аналогично из рук этого мошенника. Тут изначально было ясно, что Тирха не собирается отвечать за содеянное. Он будет как скунс просто гадить, пытаясь перевести стрелки. Как одесский гопник. Он ведь был им раньше, правда? Только моему экспресс-бульдозеру рельсы не нужны. Он мчится в открытом пространстве, и ничего его не остановит. А отвечать перед всеми все равно придется. Так как все мною сказанное имеет неопровержимые доказательства, которые я раз за разом буду выдавать. И да, ты прав, Андрюха. Я стою на учете. В Комитете госбезопасности. Да-да, в КГБ. Правда, меня на карандаш взяли еще в 74-м, где-то 75-м году, когда в школе учился. Я был очень шустрый малый и уже как-то рассказывал про себя, что в свои 10-12 лет вовсю занимался в авиационном кружке и все мечтал сделать радиоуправляемую модель самолета, так как ограниченность кордовых моделей меня не устраивала. Но была серьезная проблема. У нас город пограничный, спецслужбами все просто кишело. Самому сделать и запустить передатчик нереально, так как тут же за тобой приедут лихие ребятки. И была только одна лазейка для таких, как я, пойти в радиокружок во дворце пионеров, где вполне легально можно было изготовить передатчик и его по спецразрешению использовать. По спецразрешению, Карл. Да уж, были времена.
Где-то в совковой глубинке рассказывали, что с этим было полегче. Но у нас был просто трэш. Смешно это все сейчас, но тогда было не до смеха. Помню, было при мне даже такое, что ставили на учет тех, у кого приемники импортные появлялись с буржуйскими частотами. Граница ведь рядом. А первых, кто ставил себе спутниковые тарелки, вызывали в темные кабинеты. И там те, кто топит за совок, есть еще желающие вернуться. И вот делал передатчики во дворце пионеров и многое что другое, за что получил множество грамот, дипломов, медалей с ВДНХ и других выставок по электронике. В старших классах еще и в ДОСА входил, закончил курсы по работе на радиостанциях. Тогда ведь в основном общались азбукой Морзе. По микрофону было что-то из области недоступного, допускалась только элита. Кстати, все для того, чтобы свободно заниматься радиопередающими устройствами, я, устроившись на оборонный завод, пошел еще работать руководителем радиокружка на полставке, все в тот же дворец пионеров. Вел кружки более 6 лет, года 2 до армии и около 4 после. И там тоже мне неоднократно присваивали звание лучшего руководителя. Так что гбисты мною серьезно интересовались. Да еще после школы сразу пошел работать на оборонный завод, где только при приеме на работу комитетчики месяц проверяли с ног до головы всю подноготную и родословную. И конечно, когда пришел на высшие курсы по парапсихологии в 92 году, то нас сразу предупредили, что все, кто пройдет курсы, будут в обязательном порядке взяты на учет госбезопасностью. Так вот, Андрюха, ты ни слова не ответил за свою ложь, а наоборот попытался меня озадачить. Ха-ха. Но у меня есть право проводить самые различные эксперименты по парапсихологии, так как имеется официальный диплом парапсихолога, и за мной наблюдают спецслужбы. Мало того, всех закончивших высшую школу из Академии наук приезжали тестировать специальная бригада с оборудованием и должны были вручить международный сертификат, по которому можно было работать парапсихологом за рубежом. Но за получением документа надо было ехать в Москву. И когда через полгода я позвонил в Академию СССР, чтобы согласовать свой приезд, мне ответили, что Союза больше нет, и мы теперь разные страны, поэтому выдать ничего не могут. Ну а так как мне он особо и не нужен был, то я махнул рукой. Так как не собирался никуда ехать и спецом этим заниматься, хватало в родных местах забот. Разве что подмечу свой уровень одним эпизодом. Так как я был уже достаточно известен в родном городе, то мне была дана авторская площадка в одной областной еженедельной газете. Предоставлена целая страница в 8-страничной газетке, где я каждую неделю писал статьи по парапсихологии и других аспектах, да еще составлял лунный календарь. Вот одна из сохранившихся газет. Вот видите, ребятки, у меня все козыри на руках, а у Андрюхи только злоба и ложь. Конечно, как ты тупого дурачка свалял, упорно приписывая мне то, чего я совсем не делал, но мне пох. Я специализируюсь на бешеных идиотах и немало за свою жизнь чувства привел. Так вот ты на очереди. И тебе придется принять меня всерьез, так как я по-любому добьюсь поставленной цели. За мной стоит чистая правда, а за тобой грязная ложь. И так как все лживые создания, сам себя ты и закапываешь. Так как единожды солгав, человек превращается в монстра, схватившего себя за хвост и пожирающего самого себя. Кстати, на курсах по парапсихологии нам рассказывали про будущее. То, которое уже сейчас. Именно говорили, что будет лет через 30. Тогда многие из нас скептически к этому относились и посмеивались, не особо веря. Так вот мне сейчас уже не смешно, так как те предсказания выполняются один в один. Мы на занятиях, естественно, многое что конспектировали, но я еще привез с собой диктофон на микрокассетах и записал многие часы лекций, надеясь, что там есть эти предсказания в записи. Правда, диктофона уже давно нет и как-то больше на глаза не попадаются.
Если найду, то попробую на комп слить. Самому интересно, так как далеко не все уже помню. А ладно, в общем так, Андрюха. Я тебе давал возможность и время попытаться принести извинения и подтвердить или опровергнуть мои разоблачения. Но вместо этого тупое цирковое представление. Я оценил. Поэтому я начинаю процесс восстановления торжества справедливости. Так что беги, Андрюха, беги. И обращаюсь ко всем, до кого дошли мои ролики. Так вот, в связи со сложившейся ситуацией, я несколько меняю свою концепцию к Ютубу. И если я раньше говорил, что не прошу вас на меня подписываться и все остальное, то сейчас буду требовать от вас подписок, лайков, комментариев. Всего того, что необходимо для продвижения рейтинга. Иначе вижу, без веса на просторах Ютуба тебя мало кто воспринимает серьезно. Но ничего, я прорвусь. Всем пока, всем до свидания. Скоро будет очередной скандальный выпуск. Очень скоро. А ты, Андрюха, если мне завтра не ответишь, пеняй на себя. Всем пока.